Доброго времени суток, вещает Алекс Рантье. Мой обзор посвящается тому месту, в котором мы переночевали на берегу вот этого вот замечательного берега Азовского моря. Сейчас утро, тишина, штиль, плавают кораблики. И, собственно, представляю вам вот этот вот зеленый домик, в котором мы ночевали. Это, собственно, можно сказать, отель, гостиница, хостел с очень маленькими низкими ценами. И вот сейчас я вам покажу, как оно выглядит изнутри. Сюда можно приехать издалека, из разных городков. Здесь разговаривают по-русски и заселиться и жить сколько вам захочется. Точно так же, как на Маврикуле у Ильича. Вот. Вот Саня. Вот у нас начальник гостиницы. Раз пару слов о себе, откуда, что, как. Вот. Ну, работаем, занимаемся обучением, кайтсерфингом, виндсерфингом. Сам, ага. Сейчас я с Донецка, как бы вот здесь уже 5 лет работаю, как бы занимаемся на Палачаковской косе. Вот. Так что приезжайте в гости, научим, познакомим вас с ветром, со стихией, подружим. Да. Вот. И будете частью нашего большого дружного сообщества. Отлично. Всем привет, ребята. Вот здесь, кстати, бывает Ильич. Видно уже по бутылочки. Вот сам Ильич. Вот, теперь... вот, это вот Ильич, а это кто? Ильич теперь все здесь живет. Я сюда не уеду, я женюсь. Так, сейчас посмотрим. Это, собственно, был первый этаж, где люди тусят. А сейчас посмотрим на второй этаж. Так называемый номерной фонд. Это вот балкончик. Вид сверху, там еще на третий этаж. Ну, по примеру второго этажа покажу вам, где мы ночевали. Мы ночевали всей командой вот в этом месте. Здесь такие двухэтажные кроватики. Кондишн стоит, 220 есть. Ну, вот такой вот номер. Я спал здесь внизу. Вот, а есть номер, как бы, одиночный, двухместный. Для тех, кто не храпит. Есть туалет, ванная, душ. Кто любит постоянно мыться. Вон с душевой кабинкой. Ну, собственно, все очень просто. Но в наличии. Сейчас поднимемся на третий этаж. Так, для профилактики. Посмотрим, что здесь. А, здесь у нас просто, так сказать, обзорная зона. Красота. Вид сверху. Во все стороны, как на косе. Собственно, это и есть коса. Мы заехали вон оттуда. Там где-то берег Украины. А здесь у нас Азовское море, Россия. Там где-то Таганрог вдалеке. Спускаемся вниз. В целом скажу, что очень уютное, простое местечко. Те, кто не ищет изысков, суперкомфорта, вполне могут здесь потусить, отдохнуть, как сказал владелец гостиницы, покататься на различных вариантах серфинга и научиться этому делу, если есть желание. Ну или просто батониться. Вот, всем добра. Алекс Рантье.